28 октября в Троицком доме ученых состоялся вернисаж выставки «Симфония цвета». Ее организовали ученицы художника Александра Назарова. Их воздушные работы дарят радость и тепло. За летним настроением на выставку заглянул и наш корреспондент Алена Яцковская. Акварельное многоцветие, умиротворенные пейзажи и теплый свет – все это слилось воедино в «Симфонию цвета» – выставку троицких художниц Марины Капустиной, Ирины Лопатко и Ирины Лазуткиной. Они – ученицы маэстро Александра Назарова. Это их первая совместная экспозиция. Но это для меня было неожиданностью, потому что я как-то не ожидал, что они так соберутся. Вообще, всякая выставка меня ошарашивает всегда, потому что я знаю их прекрасные работы. Они же при мне это все делают. А тут вдруг внезапно вот… На полотнах в основном цветы. Художницы представили около 20-25 картин. Для каждой из них творчество – это состояние души. Ирина Лопатко в качестве основной деятельности работает в управлении финансами. Но это не мешает ей творить уже 25 лет. Я пошла к Александру Константиновичу Назарову тогда, когда он только-только набрал студию живописи и дизайна. Это было, по-моему, 1998 год, по-моему. Вот сейчас даже уже это было настолько давно. И вот я как бы так к нему и ходила. У нас она закончилась там 3 года, мы отучились. Мы пошли опять повторно. Потом мы перешли уже в художественную школу. Там было продолжение его как бы вот класса. ИЗО-студия Александра Назарова для взрослых открылась в 1997 году. В числе первых выпускников были известные сейчас в городе художники. После 2-летнего курса ученицы решили не расставаться со своим учителем и продолжили обучение. Несколько раз в год они проводят выставки в разных частях Москвы. Александр Константинович наш первый учитель. Пришли мы к нему, я вот лично, в 2006 году, и вот по сей день мы с удовольствием ходим, занимаемся. Выставка получилась женской. Все 3 художницы вдохновляются цветами. Им хотелось эту красоту запечатлеть на своих полотнах и передать летнее настроение в хмурую осень. Я авторов довольно хорошо знаю, и эта выставка, вот вроде бы знаю хорошо, так же, как вот Александр Константинович, но каждый открылся по-новому. Каждый открылся какой-то новой стороной. Можно сказать, что каждая из этих художниц, она растет. Они вот с упоением работают. «Симфония цвета» будет звучать с полотен троицких художниц в Доме ученых по 10 ноября. Алена Яцковская, Вадим Гунин, телекомпания «Тротек».